Реально красавец, гляньте какой, видите? Ладушечный камышаный карась. Ребята, всем большой привет. Мы, короче, выезжаем вместе с Димоном, он сейчас снимает, на рыбалку. Хотим поймать карасика. Тут есть такое озеро, мы там не были уже лет 10. Покажи, где оно находится, он справа. Вон, оно находится там справа. Короче, чуваки, смотрите, в чем прикол. А прикол в том, что дороги никакой нету. Есть единственное, типа, дорога, вот. Но мы даже не на машине, мы на мотоцикле на моем, потому что мы туда не пройдем, не проедем. И единственный подъезд, подход, это, короче, тупо по этим кущерям. Я сейчас буду ехать на мотыку, а Димон будет идти пешком, на Димон удочку. И нам как-то, короче, надо туда пробраться. Это нереально. Даже направления нет, тупо поле. Короче, как вы видели, с огромным трудом мы сюда добрались. Это было просто нереально. Единственное дерево, где можно как-то стать мотык, потому что везде земля мокрая. Смотрите, какой шикарный пруд. Как сюда можно не приехать? Мы, короче, выехали чисто с Димоном на пробу. У нас одна поплавочная удочка. Вот она. И три кормака. Донка с кормушкой. Попробуем половить на удочку под камышами где-то. И закинуть кормаки. Может, что-то будет. Из насадки только червь, ребята. Ну и манка. Сейчас будем ловить. Значит, я сюда подцепил пару червячков. И вот каша. Каша у меня, ребята, обычная панировочная сухари, и слегка я добавил манки. И макуха. Вот и вся, впрочем, каша. Я набиваю, беру, значит, наш, где он здесь, колокольчик, самый обычный. Колокольчик, беру подставочку и иду. Сейчас где-то сделаю первый заброс, значит. Да, тут есть подход к воде. Можно сюда вот. И от берега отплыли рыбы. Ребята, от берега рыбы отплыли. А знаете почему? Смотрите, здесь есть следы от коров. Людей нету. Значит, коровы в воду заходят. И, короче, рыба сюда подходит. Реально отплыли караси. Ладно, делаю сейчас первый заброс. Ну, я не знаю местности, буду делать просто посредине. Все, первый пошел. Первый пошел. И оставляю остальные два. Ну что же. Мы забросили, значит, три донки. На мотыку трудно вести. И сейчас я наблюдаю на одну небольшие поклевки. Также поклевки были на червя, на поплавок. Вон донка, покажи первую донку, ребята. Первый колокольчик, видишь? Клюет, да? Да-да, Димон. Клюет, клюет, удочка. Я ложу удочку. Да. Первые поклевки. Первые. Ребята, тут глубина реально очень маленькая. Леска донки уходит только на середине под воду. То есть, ну как, грубо говоря, я думаю, здесь до метра глубина в середине. Карась здесь есть, я помню, я был еще маленьким, лет 10 назад сюда ездил и ловил, короче, карасиков. Ну, таких с ладошку хороших. Сейчас мы приехали, и вот в каком состоянии этот пруд. Не знаю, что будет. Карась. Те молчат. А туда я бросил, клюет карасик, видите? Есть! Есть карась. Димон. Да. А ну какой, нормальный? Да, хороший карасик. Читал себе. Карась хороший, сладушка. Нормальный, смотрите, какой карасик. Покеш, пацана. Смотрите, какой карась. Хороший карась. С ладошку. Ребята, видите, какой пруд? Дикий пруд. Хороший карась с ладошку. Взял на червя. Мы, короче, сейчас продолжаем тут ловить. Я думаю, мы наловим таких карасиков. Вы представляете? Надо донки только мне перекинуть. Думаю, туда левее. Там, где мой поплавок. И получается, туда в те дикие камыши. Может, он в камышах. Но карась, смотрите, какой. Видите? Камышаный. Реально. Друзья, я уже доволен рыбалки. Сейчас я, короче, его прячу и делаю второй заброс. Опять поклевка. Здесь карась. Ребята,
второй. И вот он красавчик. Смотрите какой. Просто шикарный. И как я вам говорил, на ближний крючок, смотрите, возле кормушки у меня два крючка. На ближний крючок взялся карась. Смотрите, какой красивый камышаный. Реально красавец. Гляньте какой. Видите? Ладошечный камышаный карась. Очень жестко. Я доволен этим прудом. Будем продолжать ловить с Димоном, потому что мы не думали, что здесь так будет клево. Карась, короче, ребята, видите, камыш как активно. Камыш долбит. Видно, кормится, лазит, тут плавает. Ну а наш поплавок, он дальше стоит на манку. О, пошло, как показалось, не клюнуло. Мелочь причем не берет. Малек не берет. Вообще, я забросил на манку 0 поклевок, ребята. То есть ждем, возможно, подойдет карасик. Если на манку не будет клевать, хотя это маловероятно, ну попробую тогда на червя. Ведь на червя я поймал на дальнем забросе. Может, на поплавок тоже надо подцепить червя. Потому что я только забросил и сразу взял карасика, видите? Только сделал заброс и сразу взял. На бутерброд червяк и кусочек манки получается. Сделал такой бутерброд и вот. Опять мелкий карась, совсем маленький, видите, очень маленький. Выкидываем его, ждем что-то больше. Димон взял карася, смотрите какого. Димон, держи его, ложи удочку, держи его руками, руками держи. Красава, держи его руками. Смотрите, каков он его еле вытащил. Удочка гнулась в три погибели. Димон-то ты вообще молочек. Покажи. Смотрите, такой же камышаный. Красавчик ладошастый. Вот какого красавца он взял. Я реально смотрю, удочка гнется, короче. Я пошел, донка клевала, там был. Вы видели. Димон такой, ё-моё, говорит, повел. Реально еле взял. Красавец. Самое интересное, что глубина вот такая вот, буквально 30 сантиметров. И с этой глубины клюют такие хорошие ладушечные караси. Я не знаю, просто класс. Видно, людей здесь давно не было на этом пруду. Карася стало много, и он реально клюет. Вы все видели. Вы реально свидетели всего. Взял я, значит, тут карася и не успел взять там. Там прям в бок увело леску. Тут взял карасика на поплавок, а там не успел. Мы даже не брали с Димоном ни сапог под рыбу, ничего. Мы просто выехали попробовать, как оно будет, и уже поймали на сковородку. Средняя тоже есть. Первая. Ребят, ну этот небольшой, но тоже нормальный карасик, но небольшой. И опять, значит, у Димона поклевки на удочку. На улице. Ой-ой! Ребята, реально, пока снимал Димона, провисла и остановилась. Трогать не буду. Обычно в таких моментах я делаю подсечку и тяну. Трогать не буду, посмотрю на реакцию. Есть! Есть карась. Есть карась. Тяну. Тяну карася.
снова на боковой крючок, смотрите. Причем он взял не губой, а взял снизу, видите. Чисто хавал и запутался. Вот. Ну, этот реально небольшой карасик, маленький. Этого можно выпустить. Хороший карась. Хороший. Смотрите, какой. Хорошенький карась. Ладошку, видите, какой. Хорош карась взял. Ему ведет, нет? Да. Показалось, ведет. Ты на удочке. Ты сразу на удочку. И сразу у Димона поклевки. Жди, жди, жди. Как надо. Смотри сам. По-моему, прозевал? Думаю, нет. Давай, давай, карасик. Везде сразу поклевки. Отлично. Возьмешь камеру? Отлично, беру камеру. Сейчас, сейчас. Аккуратно. Взял камеру, аккуратно, да? Отлично, там просто хорошие были поклевки у Димыча. Видите, да, подвылажит, ведет? Не? Мне как ведет уже пипец тут. Нет, не идет. О, вылаживают. Димон, сейчас должен повести. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну. О, еще вылаживают. Ну, давай. Что там тебе не так? Пробуют, пробуют. Пробуют. Карасина. Уже полдесятого, уже видите как. О, Димон! Давай, давай. Есть. Расклевал ты его. Расклевал. Расклевал карася в натуре. Расклевал. Уже полдесятого, уже, смотрите, вон такой закат, видите, уже плохо все видно. А мы продолжаем тут долбить этих карасей. Ну что, народ, мы, короче, собираемся домой. Поплавок уже свернули, потому что ни черта уже не видно, реально. И чтобы выехать из этих, вы видели дебри, как мы сюда заезжали, нам нужно еще хотя бы немножко света. Фара-то мощная, но все равно нереальные там колдобобины. Вот, свернутая удочка, значит, поклевки продолжаются на все три кормака идут поклевки. Ну а мы, не знаю, еще 5 минут и будем собираться. Ну что ж, вот столько карасей мы поймали с Димоном, короче, за полтора часа на этом пруду. Хорошо, я считаю, мы его обловили. Ну вот эти вот вообще вот хорошенькие, да, пожарить на сковородку. Ну не знаю, вот этот, вот, вот этот, вот эти маленькие. Вот этих маленьких я выпущу 3, а тех заберу. Ребята, короче, это полный... Короче, я не знаю, как назвать, главное, воду мне туда не укатиться с обрыва на мотоке. Тут такая дорога, просто жесть. Смотрите, как одет Димон, потому что на мотоцикле на рыбалку по-другому не поедешь. У него, покрутись, 2 рюкзака, видите, спереди и сзади, донки, кормаки и одна удочка. Вот так мы, короче, ездили, ребята. Все, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а мы, короче, погнали домой.